В квартире на улице Северная ветеран боевых действий Николай Шарганов живет с 91 года. В 2004 он сильно заболел, думал, что осталось ему недолго. Так сложилось, что со своими детьми ветеран отношений не поддерживал. А вот к племяннику из Ташкента он относился как к сыну, поэтому и предложил свою квартиру взамен на уход и поддержку. Мое такое состояние было, что я говорю, все-таки у них двойняшки появились, они родня, вот. Я говорю, давайте пока я просто отдаю вам свою квартиру, но доживать буду я в своей квартире. Ветеран заключил с племянником договор ренты, то есть соглашение, в соответствии с которым одна сторона передает другой имущество в обмен на периодические денежные выплаты, либо на предоставление других услуг. Как рассказал Николай Николаевич, после сделки родственники оставили его больного одного и перестали помогать, а потом начались угрозы. Племянник угрожал, значит, как? Звонит в 12 часу ночи и говорит, так и так, говорит, в вашем подъезде заложена взрывчатка. Вам, говорит, 2 минуты на сбор, как в трусах. Какая 2 минуты? 5-й этаж. Это вообще нереально. Я не знал, что делать, то ли бегать по этажам, сверху донизу предупреждающая взрывчатка. Я по голосу узнал его сразу, что это он звонил. Спустя некоторое время Николай Шарганов поправился и решил вернуть свою квартиру. Суд ветеран проиграл. Слишком поздно он туда обратился, но надежда восстановить справедливость в нем еще жива. Поэтому он и пришел к уполномоченному по правам человека Наталье Байрамовой. Срок исковой давности 2004 год, уже развернуть корабль очень сложно с процессуальными сроками, вы сами понимаете. И, конечно же, мы стараемся помогать людям, выслушиваем, поддерживаем и советуем. Но вот что касается Николая Николаевича, то здесь, конечно, я думаю, что нужно просто взывать к этим людям, которые являются его близкими родственниками, которые в свое время он поддержал, которых он приютил. Вернуть квартиру Николаю Шарганову будет непросто, но Наталья Байрамова обещала не оставлять его наедине со своими проблемами. В любом случае мы будем стараться помогать Николаю Николаевичу в этой истории. Мы будем рядом с ним и поднимем, конечно, общественность. И, я думаю, обсуждение получит эта история. Я надеюсь, что у Николая Николаевича все будет хорошо. Как оказалось, такие случаи в Одинцовском районе не редкость. Как правило, об этих случаях становится известно как раз посредством сообщения через социального работника. То есть социальный работник в процессе общения с бабушкой выясняет, что бабушка решает распорядиться принадлежащим ей имуществом путем заключения договора ренты. Но, к сожалению, люди, стоящие у нас на обслуживании в центре, одинокие, пожилые. И это является, наверное, основным критерием отбора для мошенников. Сотрудники социальных служб настоятельно рекомендуют пожилым гражданам нашего района быть более бдительными и осторожными, причем не только с незнакомцами, но и с родственниками. Дарья Киреева, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцово».